для экономики Соединенных Штатов крайне важно и в приоритете, наверное, если можно так сказать. Так, ох ты, сейчас отвлекся в секунду буквально на чат. Красавчик, Серега Егоров, красавчик. Сань, вот так надо смотреть. Извините, друзья, что отвлекся, давайте. Но я думаю, все в чате увидели уже это. Вообще, да у них не то, что лето, не верю, да, не верю, это старая фото. Ну ладно, не будем отвлекаться. Поэтому при оценке ВВП Соединенных Штатов, да, откуда вот цифра там в 2,4% взялась за последнее время, это лучше.